Всем добрый день. Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз ретро распаковка. И если у вас есть ноутбук либо другое какое-то устройство с не очень хорошей картой, а именно звуковой картой, и чтобы создать достаточно хороший сбалансированный звук и сделать кинотеатр достаточно простой с хорошим звуком, то вам понадобится внешняя карта. Для этих целей используются внешние карты с USB интерфейсом и один из лидеров в звукостроении. Строение фирмы Creative. В 2008 году вышла карта, которая перед вами, Creative Surround Sound 5.1 Sound Blaster X5 Extreme Fidelity, достаточно хорошего качества. Сразу хочу сказать, что данная карточка прошла модернизацию. После была выпущена другая карточка, версия Pro, с названием тем же Sound. Единственное было отличие в том, что в качестве пульта был немножко другой. Он плоский, с одной батарейкой таблеточного типа на 3 вольта. И чуть-чуть изменилось программное обеспечение, а принцип остался тот же самый. Так вот, эта Pro-версия прошла реинкарнацию. Кстати, фирма Creative даже ставила знак качества от Lucas Studio на свою вот эту карточку в Pro-версии, в первой, во второй. Там стояла знак Lucasfilm, это THX. О чем говорила, что данный звук приближен к звуковым реалиям, который демонстрирует звукооператором при создании художественного фильма. Что из себя представляет карточка и как она поставляется, в каком виде? Сейчас я это все продемонстрирую. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Такая вот упаковка стандартная для данной фирмы. Здесь опционально можно выполнить следующие подключения, то есть здесь продемонстрированы, как наушники с гарнитурой, микрофон, внешний плеер подключить, и также внешние устройства, такие как колонки, там 2.1, 4.1 и 5.1 колонки. Точно так же есть оптический выход на AV-ресивер специальный и подключение непосредственно USB. Здесь идет мини-USB. Что позволяло данная карточка продемонстрирована здесь? Эта карточка достаточно хорошо работает с программным обеспечением Kiberlink Power DVD, выдает хороший звук, причем и в настоящее время достаточно хорошее звучание и демонстрирует хороший звук, если у вас еще есть хорошая акустика. Ну, желательно даже данной фирмы. Либо 5.1, выпускалось одно время 7.1, но карточка рассчитана именно для звука 5.1. Можно использовать как для музыки, фильмов, игр. Здесь есть технологии соответствующие. И подключение непосредственно к внешним устройствам, таких как ресивер, для получения более качественного детального звука. Причем системные требования достаточно низкие, если внимательно посмотреть, то здесь достаточно Core 2 Duo, любой ноутбук справится. На моем канале были ноутбуки модернизации, даже тот ноутбук Toshiba Satellite A200 справится с этой карточкой. Правда, если вы проигрываете DVD диски, а если вы проигрываете Blu-ray диски, то для этого будет достаточен ноутбук Toshiba Satellite P300-226. Тем более с новой модернизацией, с хорошим процессором, все это без проблем будет у вас проигрываться. Не говоря уже о тех ноутбуках современных, которых процессор достаточно производительный для того, чтобы обеспечить работу этой карточки. То есть она не требовательна, не нужно внешних подключений, только подключается через USB разъем, и питание осуществляется именно через него. Смотрим, что находится у нас внутри. Непосредственно сама карточка. Давайте мы ее вскроем, как в первый раз. Здесь вот регулятор громкости, причем он не фиксированный. В любой части можно его начинать звуковое сопровождение. Дальше стандартное окошко для ИК-приемника. С этой стороны у вас ничего нету, с другой стороны, с правой, идут микрофоны, подключение микрофона, внешние устройств и наушников. С задней части у нас подключение, первые два это передние колонки, этот разъем это задние колонки, а это подключить соответственно центральный канал и сабвуфер. Дальше оптический выход и непосредственно интерфейс подключения USB, мини-USB. Снизу прорезиненные ножки, информация об этой карточке. Дальше внутри у нас содержится пульт,
Сейчас он поменялся. Был в таком исполнении, когда нужно было использовать батарейки 3А. Причем в настоящее время они прекрасно. Это исходные первоначальные батарейки. Данная карточка используется и сейчас без проблем для записи звука, для прослушки звука. Тоже важно. Да, еще этот пульт взаимодействовал непосредственно с медиасервисом. Это Windows Vista и Windows 7 Premium. Поставлялся медиасервис Windows, благодаря которому можно было осуществлять воспроизведение музыки, фильмов и тому подобное. Также поставлялось программное обеспечение типа такого же медиасервиса, только креатив. Дальше это линейный. Выходы, чтобы подключать либо стандартные тюльпаны, если у вас от колонки идет такого вида подключение, ну либо стандартный мини-джек 3.5. Дальше документация с гарантийными обязательствами, диск, краткое руководство на различных языках, в том числе и русском. И вот поставляемый к этой звуковой карте USB. Он 1,8 метра, длина, хорошо может расположиться, причем применять можно только не только с ноутбуками, но и с компьютерами. Такое подключение. Вот что из себя представляет карта. Давайте сейчас ее подключим. Данная звуковая карта поддерживается и в настоящее время, то есть с официального сайта поддержки Creative. Можно скачать как драйверы, которые будут работать на Windows 10, вот здесь они представлены, так и программное обеспечение, но в отличие от комплектации, здесь приложение немножко уменьшенный вариант. Давайте рассмотрим программное обеспечение для звуковой карты Creative Sound Blaster Surround 5.1. Вот что оно из себя представляет. Стандартное окно, которое здесь представлено. Основное меню. Здесь можно выполнить и выбрать, сколько вам каналов нужно. В том числе и можно или наушники с различной функциональной возможностью по увеличению баса, по балансу правого и левого, проверка каналов и шум. Дальше различные эффекты подключить стандартные. Здесь возможность исполнения для игр отрегулировать, как вам необходимо. То же самое их базовые настройки и улучшайзеры звукового сопровождения. Стандартный эквалайзер. Здесь либо можно стандартные предустановки установить, либо самому 10-полосный эквалайзер покрутить для получения наилучшего звука. Микрофон. Работу здесь можно сделать с эхом, если есть такая необходимость. И отрегулировать в настоящее время входные и выходные параметры. Можно здесь непосредственно крутить кольцо из программного обеспечения, отключить звук. То же самое можно сделать, если крутить при помощи шасси громкости. И нажатие на это шасси приведет вам отключение звука, либо включение. Вот такое вот стандартное меню, которое поставлялся данной звуковой картой. И давайте посмотрим, что в настоящее время, благодаря скачанным драйверам, который поддерживает Windows 10, то из себя представляет аудиопанелька. В отличие от предыдущей версии, данная версия я установил старую, только именно вот эту вот, она благополучно работает и в 10-й версии. А с основного сайта скачивается у вас драйвер и появляется вот такая вот панелька. Ну, по сути, все то же самое, за исключением одного момента. Сделано все как в интерфейсе Windows. Здесь более красиво с элементами графики. Кстати, на одном известном ресурсе данная карточка была протестирована, либо взяты материалы из иностранных сайтов, как у нас обычно это делают. И это все можно увидеть непосредственно здесь.
Кстати, давайте сейчас еще и посмотрим, чем отличается звуковая карта, которая была 2008 года представлена, ну и 2009 года куплена, с современной аналогичной звуковой картой, которая идет с частичкой Pro, и до сих пор продается версия уже третья. Звуковые колонки вряд ли найдете у Креатива 5.1 в продаже. В настоящее время практически все раскуплено, как вариант вот данных последней из модели 5.1, которая позволяет работать с этой звуковой картой. У других производителей, скорее всего, придется переходники и покупать тюльпанчики на 3.5 джек, чтобы их подключить. Есть вариант в продаже 2.1 с буфером данной фирмы достаточно хорошего качества, который можно также применять с данным типом звуковой карты, но звук получите 2.1, не пространственный. Итак, я вам продемонстрировал возможности данной звуковой карты. Каждый делает свой осознанный выбор. Как говорил, в настоящее время компания Креатив производит третью версию Pro данной карты. Карточка достаточно успешно зарекомендовала себя для использования в домашних развлечениях, как в виде домашнего кинотеатра, использования при помощи ноутбуков, так и погружения непосредственно в мир игр с шестиканальным звуком, если у вас еще есть подходящие звуковые колонки. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Всем хороших развлечений. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.